Всем привет, ребят! Вы на канале Маргулис Channel. Мы продолжаем проходить четвертый Silent Hill. Собственно, двигаемся мы в дальнюю часть этого двора. С трубой наперевес. Пока. Почему он, интересно, надписи не читает? Пока все покрыто тайным мраком. Стоям, да? О, опять привидение. Привидение, собаки и мотыль. Ну-ка, я чё в колодце. Здесь слишком темно. Окей. Кстати, сохранение. Пацан какой-то. А надо к нему подойти. Стою на него, пялю просто. Эй, малыш, что ты здесь делаешь? О, заика. Ты... Наконец-то третье откровение. Что-то случится. Тот любопытный парень, что был здесь, он тоже сказал, что что-то важное случится. Наконец-то это случится. И бабуха, короче, очередная. Так, тут есть кто? Есть тут кто-нибудь? Тут что-то написано. Тоже надпись, он не может их прочитать. Так, ну давай. По ту сторону ограды обрыв. Так, я сюда пришел. Можно зайти вот сюда. Либо дверь с надписью. Давай. Где вот? Вот в эту. Заперт. Хорошо, значит, только путь один. И теперь у меня... Здесь раскопанная могила. На дне гроба вырезаны числы 11-121. Кстати, а на тёлке было вырезано 16-121. Это дверь вообще? Нет, это даже не дверь. На земле по ту сторону ограды разбросаны всякие вещи, будто их выбрасывали туда. Не, ну сюда не пройти никак. Действия не работают. Ладно, пошли назад. До свидули. Смысл лупить потому, что умереть не может. Ну, тут тоже пустая. Пустая локация. Комната. О, чувак появился. Заперто, нет. Мне с ним надо поговорить. Дверь не откроется. Тот любопытный парень дал мне кое-что действительно полезное. Я бы мог дать это тебе, но не за просто так. Я очень хочу пить. Я так сильно хочу пить. Он похож на чувака. Чел, я с тобой гамбургером поделюсь. Шоколад. Чувак, ну я тебе член отсосу. Так. Ну давай тогда вот шоколадное молоко ему могу предложить. Да.
Такие звуки страны. О, боже, это было потрясающе. Вот, возьми. Там на ней что-то написано. Так. Подбираем. Это небольшая лопатка с кровавой надписью. Взять ее. Крови написано напротив того места, где встречается озеро и дом, в руке, держащей за землю. Так. Где встречается озеро и дом. Где у нас озеро-то было, я уже забыл. Нет, по-моему, не тут. По-моему, вот здесь. Там возле какой-то могилы, мама. Надо, я думаю, порыть. Собаки? Да. Не будем тратить на них время. Да, все верно. Вроде правильно побежал. Озеро и дом. Верная часть статуи отсутствует. Это была какая-то богиня или что-то такое. Так. Не могу использовать это здесь. Не могу прочитать эту надпись. Не может использовать. Так, третья могила. Тоже не может. Несколько лет назад делал фотографии, тоже здесь не может использовать, тоже не может прочитать. Но давай попробуем использовать. Нет, в принципе, все такие места тут примечательные, я уже смотрел. Значит, погнали в другой этот коридор. У нас, по идее, их всего три. Ах, суки. Прямо возле двери достали. Ну, блин, по идее, нехрен с паровоз собирать. Надо что-то этой лопатой выкопать. По-быстрому. Озеро и дом. Слушай, а может быть где-то здесь? Нет. Ну, не могу здесь это использовать. Карта. Может быть, там где тачка? Давай, наверное, сначала все-таки мы пробежим. Тут не зареспавнились враги. Сейчас попробую где-нибудь здесь копнуть. Стой. Вот, может быть, где-нибудь возле подобного дерева, нет? Что-то такое должно быть определенно. Определенно примечательное. Тоже не может. А здесь?
Тоже не может. Ну, если только к могилам туда вернуться. То, по идее, блин, очень много деревьев, которые содержат какую-то надпись. Можно возле каждого копать. Но дело в том, что он эти надписи никак не обозначает. Он их даже прочитать не может. Здесь прям ничего такого особенного нету. Ладно, давай сюда сбегаем еще. Кстати, он там? Да, он тут. Как вариант, может быть, еще придется прям на самое начало, ближе к началу уровня вернуться. Там вот перед тачкой что-то обозначено. То ли колодец, то ли что-то. А тут где-то привидение, да, ползает? Там, где озеро и дом. Давай здесь попробуем применить лопату. Нет. Возле большой. Тоже не может. Ну, на дверь лопату бессмысленно, конечно, применять. Дай. Тут какое-то дерево. Нет. Тоже нет. Ладно, погнали тогда в начало. Туда, где-нибудь к тачке. Там может быть что-то. Что-то такое должно быть не очень приметное, но обязательно важное. После этого надо копать. И как раз вот эта головоломка, типа то, что ты не можешь с этим ключом или что-то такое, ты не можешь, ну то, что выкопать, ну, по-моему, какой-то ключ от запертой двери должен вырыть. Так, смотрим по карте. Где-то через две комнаты. Ты типа не можешь вернуться с этим предметом, пока оно у тебя не в сундуке, в инвентарь полный, что-то такое. Так, вот здесь. Попробуем копнуть. Нет, не можем. Так, два этих камня здоровенных. Может быть, здесь что-то? Нет. Тоже нет. Тут вот тачка. Ну, лопату на машину. Такое себе. Здесь давай попробуем копнуть. Напротив того места, где встречается озеро и дом, в руке держащийся за землю. В руке держащийся за землю. Рука, держащаяся за землю, по идее, это какой-то корень или что-то такое. Где встречается озеро и дом. Напротив того места. Еще раз. Напротив того места, где встречается озеро и дом, в руке, держащаяся за землю. В принципе, у нас... на руку похоже вот именно корни какого-нибудь деревья. Дерево. Корни какого-нибудь дерева. То есть. Может быть какой-то пенек.
Запросто. Только вот мне очень не хочется, блин, туда к собакам, там, где их пробегал просто. Да, идти. Так, тут никаких пеньков. Ничего такого. Ай, мотылек. Блин, ну. Погнали обратно сюда. Там, где собаки, внимательно смотреть. Ай-ай. Нет, ни хрена. Я думал, тут подлиннее немножко будет локация. В руке держащийся за землю. Дерево не похоже на какую-то руку. Тут что-то на руку тоже не особо похоже. Точно, в принципе, никаких корней нету. Да никак, а тут тоже нет. Сейчас хотя бы здоровье восстановить. Просто непонятно, что мне пенек искать, какое-то определенное дерево. Возле корней это по-любому надо как-то что-то порыться. Тут без изменений особо. Ну, поболтаемся. Сейчас все равно через собак бежит. Они здоровье забирают. И хвалить смысла нету, потому что, ну, единственные враги, которые вообще, в принципе, тут оставились. Ну, там еще один труп летает и все. Напротив озера. Я сейчас напротив озера нахожусь. Так, напротив озера. В руке, держащийся за землю. Это, возможно, запад-восток. Вот на восточной части, возможно, не туда. Давай еще раз посмотрим. Напротив того места, где встречается озеро и дом. Дом — это, наверное, то, что центральная локация имеется в виду. Руки, держащиеся за землю. Ну, как вариант. Давай еще раз туда сбегаем. А как-то с зигзагами, наверное, да, лучше от них бежать. Опа, повернулся. А, напротив у нас получается две двери. Одна вот эта и вторая. Напротив дома, озера. Смотрим здесь, что-то повнимательнее. Нет. Может быть, какая-то это пенек неприметный, дерево какое-то с надписью, которое только возможно видно только под определенным углом.
не знаю. Как-то это визуально должно быть все равно обозначено. Обойти, может быть. Вот. Вот они, руки. Из земли торчит рука. Он, слава богу, это просто корень дерева. То есть нужно было за это дерево. Я просто к нему подходил, но надпись не читает никакой. Надо было просто к нему подойти. И, соответственно, у тебя открывается немного другой угол обзора, и ты находишь, блин, клик. Сволочи. Опять. Я взял жалый окровавленный ключ. Владеющий этим ключом блуждать навеки обречен. Так. Поэтому мы заходим сюда. Ключ мы выкладываем вот здесь в комнате. Потому что я сейчас буду просто петлять как бы по разным локациям, комнатам, но я не буду в центр прибегать никогда, пока ключ этот со мной. Поэтому тут появляется такой лабиринт, головоломочка, небольшая загадка. Но они эту загадку прям тебе в морду тыкают, разгадку. Типа, выложи ключ, и будет тебе счастье. А может, первая записка возле тачки об этом говорила. Ну и на самом ключе написано то же самое. Ничего нового. Так, выкладываем ключ. На свидули. Аптечку, кстати, тоже можно выложить. Он мерзко, это диван скрипит, а. Клюшку, да. Тоже не пригодится. Она как бы потом, возможно, понадобится, где надо часто будет ее орудовать. Но не думаю, что это прямо сейчас. Сейчас именно это необходимо. Опять какие-то песни там из дырки поют. Танцы, в пляске. У меня типа этого ключа нету, сейчас ла-ла-ла, просто возвращаемся в центральный этот, тихо, бежим. Возвращаемся туда, где у нас, вот почему так много сохранений, то что мне нужно будет вернуться в центральную комнату, из нее залезть обратно в квартиру, взять там ключ, и обратно ты появляешься на том же месте, ты же появляешься на том месте, где куда залезал. Поэтому надо делать именно так. Ну, хотя бы я эти корни нашел. По-моему, это была основная проблема. Вот. Петлять я здесь закончил. Здесь мы берем ключ как раз от этой вот центральной двери нашего приюта. Я помню то, что вот когда я первый раз в нее играл, я очень долго петлял кругами, не мог догадаться, что за хрень происходит. Типа, конца и края нету этим коридором, они все одинаковые, там жизнь столько упорол там. Ну, тебя просто забивают врагами и все. Там почти в каждой этой комнатке у тебя появляются собаки, враги, там ты хоть их тысячу раз и беги, все равно последнее накуснет тебя. Поэтому головоломка будет не решена. Давай, берем ключ. Блин. Как их переключать-то между собой? Выбрать. Нет. Патронов с собой возьмем десяточку. Где ключ? А, вот, прочее. Переключать надо. Вот оружие и прочее.
Кнопка. Выбор предмета нет. Переключать, выбрать. Ну, где это получается? Как добраться до этих предметов? Вы что делаете? Руки. Вот он, наконец. Так, надо просто было стрелку вниз нажать и все. Табличка это искушение. Ну, тёлка являлась нашим искушением. Так, труба. С собой трубку берем. Ствол на всякий случай. Ну и два десятка патронов. Ой. Все, топим. Я думал, конечно. Ладно. Потом поставил ее в оружие. Это дело с загрузочкой, конечно, но это время. Ну, относительно интересное решение по поводу головоломки. А, ну, труба у меня уже в инвентаре. Да, чувак, я тебя нашел. Все. Открыто. Так, дайте осмотреться. Вообще ничего. Резкий рисунок. Здесь небрежно нацарапана записка. Вы уже нашли Олессу? Как идет развитие Уолтера? Пришлите мне отчет. Олесса, я так понимаю, это имеется в виду с предыдущих частей? А самая Олесса. Вот, чувак. Чувак, я с тобой гамбургером поделюсь. Так, еще какая-то записулька. Она разваливается на части. Я даже не могу прочесть большинство страниц. Вот часть, которую я могу прочитать. Знамение второе. И Бог сказал, преподнеси кровь грешников десяти и масло белое. Освободись от плоти оков и обрети силу небесную. Из темноты и пустоты мрак произведи. И облачись с отчаянием в дарителе мудрости. Знамение третье. И Бог сказал, возвратись к источнику через греховный соблазн. Под бдительным взором демона глаз блуждай в одиночестве в бесформенном хаосе. Только тогда четыре искупления будут в согласии. Тихо. Там что-то произошло. Двигайся, табличка, снять. Источник. Мир леса, источник. Так, подожди. Я еще не сбегал на второй этаж. Может, там тоже что-то интересное есть? Замок слон. Ну хорошо. Хоть не надо весь дом обходить. Там дым идет оттуда. Жесть. Жесть гулимая. Ну туши ты его чем-нибудь. А, он сам тебе. 17-121. Девка была 16-й. Я наконец-то встретил его. Того, о ком говорил любопытный парень. Дьявола. Он встретил дьявола. Семнадцать, 121. Это типа жертва номер 17. А 121 пока непонятно, что это значит.
Специальный выпуск новостей. В лесу близ Сайлент-Хилла сегодня утром был обнаружен обгоревший труп 30-летнего мужчины. Полиция полагает, что это было убийство, начато расследование. По сообщениям, на теле мужчины были вырезаны числа 17-121. Из-за следов на теле жертвы полиция проверяет возможные связи с делом Уолтера Салливана 10-летней давности. Так, вот опять, короче, имя Уолтер. Уолтер Салливан мелькает. То есть 10 лет назад какое-то было дело определенное, в котором был замешан Уолтер Салливан. Ну, тут вообще ничего не меняется. Скорая уехала. Я думаю, таблички тоже надо выкладывать. Телефон? Нет. По дверь. Кто там? Соседушка. Здорово. Это управляющий. Ты там, Генри? Are you in there, Henry? Help me! Помогите! С этой квартирой что-то не так. Help! Помогите мне! Помогите! Вытащите меня отсюда! Is anybody home? Есть кто-нибудь дома? Он не слышит ничего. What's going on here? Что здесь происходит? По идее, управляющие должны быть ключи от его квартиры. Разве нет? Ну, должны быть. Всех управляющих должна эта тема. Он пробует открыть, кстати. Он еще один отпечаток появился. Руки. Странно, это правильный ключ. Я уверен, что слышал что-то. Да, это звук. То же самое, что и тогда. Когда-тогда? Видимо, уже были инциденты. Все, наверное, тут уже ничего не найдешь. Сохраняемся, короче. Давай сейчас телку попырим. Быстренько передернем. О, сидит она. Ну и что сидишь? Причем я помню, можно как бы тут сидеть и просто вот она больше делать ничего не будет. О, убежал. Окей. Прямо выложим табличку эту. Источник. Ладно. Потихоньку инвентарь набирается всякой хрени. Сохраняйте. Возвращение из мира леса. Поэтому он, блядь, возвращается. Я думаю, в холодосе там ничего нету. Полезли дальше в дыру. Так, она чуть шире стала еще. Уже на раковину переползает. Поехали. Дара снова изменилась. И мне кажется, я слышу детские голоса. Но эти детские голоса тут давненько уже звучат. Странно то, что он только сейчас об этом услышал. Ну окей, по-моему, она скоро вырастет до таких размеров, что тут можно будет метро гонять. Третий мир, короче, да. Он у нас какой-то а-ля госпиталь. Ну, это такая
Почти госпиталь. Это скорее как темница, что-то в этом роде. Смутно помню этот левел. Тоже какая-то головоломка есть. И куча комнат. Но это, опять же, аналог во второй части и в третьей части аналог больницы. Только тут немного не больница, а какая-то вот. Выпустите меня. Вытащите меня отсюда. Это как тюрьма какая-то. Только странно сделано. Ладно, поехали. Это дверь первая же попавшаяся. Я думаю, там нечего делать. Петля и записочка. Что-то написано. Мне надоело, что за мной следят. Полукруглые такие комнатушки. Замок сломан. Он убьет меня. Уолтер убьет меня. Имеется в виду, наверное, Уолтер Салливан. Так, где труба отломана? Мужик, здорово. Он убьет меня. Уолтер убьет меня. А это случайно не соседушка наш, который управ дом? С ключами подходил. Это записка. Повезло, я наконец-то сбежал из камеры. Я решил тщательно смотреть это здание. Самым страшным местом был первый этаж подвала. Там на северо-востоке кухня, а за соседней дверью на северо-западе находится камера смерти. Чтобы попасть туда, нужно нажать правильные цифры. Я не знаю цифр, и там было слишком темно, чтобы я хотя бы увидеть панель. Поэтому я не вошел внутрь. Загадка номерная будет. Сломан замок. Рожки. Конечно, взяли. Так, что-то тут. Надпись, хотя больше похожа на детские каракули. За мной следят из центральной комнаты. Вот через такие вот отверстия типа следят. Так, а когда я по кругу-то уже пройду? Или она винтовая? Не, походу винтовая. Сейчас соседняя комната, по идее. Петлей, да. Прям. Я понял. Где-то вот здесь. Да, попробуем выйти. Хранение. Это две двери? Да. Закрыто. Так. Давай сначала. Ах, вы сволочи. Пошел нахер от меня. Кажется, завалил. Еще один спуск, короче, вниз. Ну, блин, тут очень все запутано. Дверь не открывается. Двери хреново выделены.
Это, наверное, самый конец, типа, большого винтового коридора, что-то такое. А двери какие-то. Мотыля. Что написано? Взять этот ключ. Ключ выхода из водной тюрьмы. Ключ от выхода из водной тюрьмы. Ключ найден в комнате с водяным колесом. Второй этаж подвала, на нем выгравлено вверх. Хорошо. Давай бежим, посмотримся. Куча мотылей. Надо валить. Я что думаю, то что как бы все-таки поудобнее изучать начинать и эту локацию, которая ни хрена не маленькая. Но это так, типа, я понимаю, комната, запускающая какой-то механизм. Здоровенные двери. Как раз не могу открыть дверь, она слишком большая. Понятно. Эту штуку надо запустить. Типа генератор нужен, что-то в этом роде. Давайте, собирайтесь. Будем вас чуть-чуть убивать. Все, что? Кончилось? Бз-бз-бз. Еще есть? Давай, дави. Раз. Второй. Не надо. И хотя бы так. В принципе, есть внизу сохранение. Ну, давай попробуем в первую, короче. На первую лестницу подняться. Тут все это очень будет запутано. В1. То есть получается, таким образом, на первую лестницу ты поднимаешься, но вылезаешь на последней лестнице ты поднимаешься, но вылезаешь на... Да, понятно. Значит, мне вот сюда, а тут выход. Нет. Не тут выход. Здесь комната закрыта? Закрыта. Выход дальше. Получается, если ближе вот сюда бежать. Я сюда пришел. Ну точно. Кстати, пользовал ключ. Но я не среднюю комнату не славил. Давай пока. Пока не будем торопиться, и все-таки еще раз пробегусь. Хочу залезть в среднюю комнату. Она у нас получается... А, так хули тут получается? Не. Они специально путают. Тут три лестницы. Ты появляешься на средней. А двигать тебе... Нет, тебе вот сюда. Выходим. Короче, использовал, ну, в принципе, да, мне тупо наверх. Сюда можно подняться? Давай попробуем.
Без понятия, что это дает. Так, там тоже получается винтовая тема. Ну давай спустимся. Оп, мотылечки. Мотылек, куда же ты летишь? Давай, пинай. Пинай быстрее, пока не встали. Опа. Но они, по-моему, вот здесь будут респауниться. Угу. Вот отсюда ты поднимаешься. Это какой у нас этаж? Ничего. Я, получается, на втором этаже сейчас. Да, флор 2. Давай по кругу тогда обойдем. Посмотрим, что есть. Опа. Сломан замок. Сколько мерзких глистов. Что за баночки? Что за банули-то? Банки наполнены черным порошком. Чья-то тень шарается. Ну пусть гуляет. Что это за записка? Это дневник. Я все время следил за глазком комнаты наблюдения. И иногда он там. Иногда он там. Я точно могу сказать, потому что вижу движение тени и слышу, или слышу его шаги. Не очень-то информативно. Сломан. А. Это деревья были. Надо похилиться при возможности. Тоже закрыто. Так, я, получается, почти по кругу, да, обошел. Стоять, еще какая-то записка. На бумаге что-то написано, хотя больше похоже на детские каракули. Я написал штаны. Надо их постирать, чтобы никто не узнал. Ох, я только что видел тень. Похоже, меня кто-то видел. Кровищи до хрена. Подумаю, что штаны нассал. Раздавит. Ну, по идее, я все обошел. Больше не вижу смысла дергаться. Поэтому сейчас оббегаем просто, да, вот. Я здесь был. Тихо. Да, это чудиков. Бегаем по кругу, короче, выходим вот отсюда. Выходим отсюда и еще выше поднимаемся. По лестнице не буду. Давай так. Понять не было. Правда, вот камера, конечно. Раз, два, вот третьего я не успел. Раз и второго. Готов. Похилиться бы, конечно, не мешало. Так, это если бы я лез дальше по этой стене. По лестнице. Это у нас второй этаж. Третий, получается. Да. Floor 3. Пойдем, наверное, вот так вот. Так даже лучше видно просто. Врагов и т.д. и т.п. О, бумажки какие-то. Ничего подбирать не хочет? Нет.
Окей. Стонет. О, там тетя. А, ту-ту-ту-ту. Жизни не очень много. Я не знаю. Давай попробуем палкой ее завалить. Да, тетя злющая. Хотя не очень. Она, наверное, покоцает сильно, если долбанет рукой. Типа, монстр не очень опасный, но буду бить, как говорится, сильно, но аккуратно. Так, я тут все обошел. Да. Короче, там отверстие в полу. Туда еще одно отверстие. Через эти комнаты я могу попадать на второй этаж. Те комнаты, которые закрыты на предыдущем этаже. Вот как тут все. На бумаге что-то написано. Теперь будет выглядеть, будто я сплю. А? Это были шаги. Видели ли? Видели меня? Кто-то очень переживает. Видел его чувак, наблюдающий, или нет? Вот опять. Патроны. Тихо. Ау, 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 ау. Патроны очень надо взять. Все? Угомонились? Надпись, хотя больше похожа на детский каракуль. Я хочу спрятаться, но не могу спрятаться. Патроны, ну конечно возьми. Да. Того мы чувака трогать не будем. Че ты пальцем на меня показываешь? Прикольный моб, конечно. Ау. Да, было больно. До свидули. Да, жизни немного. Еще одно отверстие. Ладно, мы их хотя бы сейчас на карте отметим. Потому что на втором этаже почти все комнаты закрыты. Это дневник. А, вчера у нас была тушеная говядина в столовой. Я слышал, что за кухней есть камера смерти. И что они сдирают мясо прямо с мертвых людей и готовят его. Меня это очень напугало. Понятно. Так, я, получается, в последней комнате. Вроде как. Не прошел. Просто шмотки. На полу лежит одежда. Тогда что получается? Давай, у нас три комнаты. Они будут вести какая-то на второй этаж, какая-то на третий. Но мы сначала на самый верх поднимемся. Снова мотыльки. Ну, ребята, достали. Лови быстрее их. Минус два. А еще минус два сделаем. Все, топим, короче, на самый верх. И тут у нас получается тупик, да. Все, выше никак. Дверь, скорее всего, закрыта. Дверь не открывается, похоже, закрыта изнутри. Туда надо будет идти, скорее всего. Потом, когда мы запустим генератор. То есть это довольно-таки длинный уровень. Здесь есть вентиль, повернуть его. Я не знаю, это надо делать или нет, или еще рано.
Эта комната, получается, наполняется. Слушай, а может быть давай назад покрутим? Какая-то должна быть по-любому последовательность в этом. А все, назад его ничего не сделает. О, поторопился, возможно. Так, ну тогда что, возвращаемся на предыдущий этаж. Туда, где у нас отверстие в полу. Жалко, сохранения нет. Кстати, возможно, вот эти вот вентили запускают генератор. Так, ну давай в первое просто пойдем. Это тут оно? Да. Давай, полетели. Угу. Можно еще даже ниже. Замок сломан, не могу открыть. Ладно. Давай еще ниже. Тут тоже никак. Давай еще ниже. Опасности это. Прыгайте вот так вот. Опа. А тут их две даже. Блин, не был успеть. Что устроить, сучка? Далеко. Так, что это у нас за помещение вообще? Только одна дверь. Трубой с этой можно что-то сделать, взаимодействовать? Нет. Открыто. И это я на первом этаже. Серьезно? Тоже открыт. Блин, резонно, конечно, свалить на первый этаж. Там сохранится. Генератор во всю пашет уже. Кстати сказать. Я вот не совсем понимаю, вообще, нахрена я его запустил. Ну давай в ту комнату потом зайдем. Восстановим здоровье и так далее. Надо будет зайти в большую комнату. Может быть там дверь даже открылась. Я не знаю. Погнали потихоньку сохраняться и так далее. Телевизор? Ну да. Ящик заработал. Не припомню, чтобы его включал. Я вот тоже. Записулька. Под дверь подсунут клочок красной бумаги. Последнее время я чувствую, что моя жизнь в серьезной опасности. Я многое повидал в своей жизни, но никогда не испытывал такого чистого животного страха.
В случае, если со мной что-нибудь случится, я решил записать все, что выяснил, для того, кто теперь живет в этой квартире. Я расследовал массовое убийство, произошедшее 7 лет назад, когда за 10 дней было убито 10 человек. Они были убиты разными способами, но одно у них было общее. На каждом трупе в порядке их смертей были вырезаны следующие номера. 01, 121, 02, 03, 04, ну до 10. Имя их убийцы, оно тоже было вырезано. Его имя Уолтрус Салливан. 4 апреля. Понятненько. Ясненько, понятненько. Ну, тут без изменений все. Ладно, сохраняемся. Будем на этом серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.